Смоленске встретились сильнейшие гимнасты российского общества «Спартак». Среди участников 22 мастера спорта и 40 перворазрядников. Высокое мастерство показал Яцкин, Воронеж. На перекладине астраханец Насибулин. Большой интерес у зрителей вызвало выступление мастера спорта Валерия Зайцева. По обязательным упражнениям сумма баллов у него выше, чем у других. Удержит ли он первенство в произвольной программе? Валерий Зайцев выдержал и это испытание. На разновысоких брусьях воронежская спортсменка Александрова. На соревнованиях успешно выступала молодой мастер спорта Тамара Беряева, Ульяновск. Вольные упражнения выполняет Тамара Гаврилова. Победителем соревнований Валерию Зайцеву, Смоленск, и Тамаре Гавриловой, Воронеж, вручены переходящие призы.